Вітаю всіх на каналі Костильов Онлайн. Сьогодні ми разом з чарівною Марією Ланг. Пані Марія, вітаю вас. Намасте. Намасте. Я нагадую всім, що ставимо лайк, ми підписуємося на канали, донатимо на Збройні Сили України, бо зараз ми маємо придбати реп-системи для багатьох, для декількох бригад Збройних Сил України і дрони для аеророзвідки. Марія, вітаю вас з поверненням в Європу з довгого такого турне відрядження до Індії, Тибету. Мені дуже приємно, дуже дякую. І я дуже рада, що я вже вдома, в привичній обстановці. В нормальних условиях ми можемо зробити з вами запись цього ефіру. Слава Богу, я дуже за вас радий. Давайте в двох словах. Ми кожен раз ви були в Індії, минулі наші випуски, а от сьогодні ви вже в Франції, там поруч з вами саміт миру, G7 в Італії теж дуже близько, тобто ви приїхали в епіцентр подій всіх політичних катаклізмів, знаєте, з Нірвани в такі, не знаю, в буремні європейські території, де навіть ще й війна в Україні. Отаке. Що скажете, як Індія? Ну, по-перше, вы знаете, в течение 4 месяцев я посетила очень много мест. И это было действительно, можно сказать, паломничество, очень важное для меня лично, для моей жизни. В течение 4 месяцев я путешествовала по Индии, потом мы переместились в Непал, после этого мы переместились в Тибет. И тут интересно, что Тибет, если вы знаете, с 50-х годов 20 века он оккупирован Китаем. И я на себе прочувствовала все радости проживания на оккупированной территории. То есть, по факту, эта территория относится к Китаю, но сохраняет некую свою автономию. И вы знаете, сейчас вот многие люди как бы до сих пор еще страдают за советским прошлым, да. И вы себе не можете представить, в каких современных реалиях выглядит коммунизм и социальный лагерь. То есть это никому не пожелаю в эти места попадать, а не дай бог там жить. То есть Тибет, он прекрасен сам по себе, природа, святые места. Но если коснуться непосредственно проживания на территории определенной страны, людям очень тяжело, очень тяжело. И, конечно же, их спасают горы. Высота большая, она все-таки действует негативно на тех людей, кто к этой высоте не привык. Поэтому китайцы, они долго не могут там находиться, они меняются, ну то есть у них как бы наряды сменные. При этом коренное население как бы старается сохранить свою аутентичность, они ходят в национальных костюмах, они очень красивые. Вы знаете, коренной тибетец и тибетка, они похожи на индейцев американских. Ага, на таких да, креольцев, да? Да, у них европейское как бы лицо, но при этом да. Темная кожа, очень красивые удлиненные глаза, длинные носы, и мужчины носят длинные волосы, заплетенные в косы. Прикольно, как при этом они ходят в таких плащах, еще у них такая интересная, очень красивая национальная одежда. И что меня поразило, так же, как и в Индии, индусские до сих пор носят сари, так же в Тибете люди ходят в своей национальной одежде, особенно на праздники. Ага. Ну, классно. У нас тоже в Украине одевают национальный одежд. Да, мы уже тоже к этому пришли. Но вот видите, как внешнее давление заставляет людей сохранять свою культуру, сохранять свои ценности. И это просматривается сейчас, конечно же, в Украине очень сильно возврат именно к своим культурным ценностям, к своему национальному коду. Це правда, це дуже важливо. Ви ж бачите, яке повернення. Ну, навіть я не знаю, ну повернення це таке до свого коріння в Україні відбувається. Але я скажу, що така пропаганда російська протягом там 200 років була зроблена, що дуже важко. Реально, хоч я вчився багато де і багато що закінчував. Я все-таки маю визнати, що ми дуже всі мало знаємо про Україну, про її історію, про її, про міста. Боже, ну ми дуже мало знаємо. Друзі, треба вчитися читати історію, бо вона така подруга, що постійно повторюється, бо її ніхто не слухає, знаєте. Тому так кажуть про історію.
Вы абсолютно правы. И мы сейчас заняты именно исследованием святых мест и мест силы Украины. На протяжении 2 лет я выпускаю периодически программы на своем YouTube-канале, посвященные различным городам, областям и именно местам силы и шакти-питхам Украины. Поэтому, кому интересно, заходите, слушайте. Очень много городов уже мы рассмотрели. Это и Черкассы, и Кривой Рог, и Львов, и практически... Самые главные города Украины, да, мы уже все прошли Одессу, то есть мы знаем уже, какие где были капища, какие до сих пор действуют силы, и как, самое главное, мы в настоящий момент времени можем этим воспользоваться. В целом, вы знаете, путешествия, они всегда приводят к одному, что везде хорошо, а дома лучше. Да. И ты чувствуешь, на самом деле, особенно когда ты находишься в горах, связь между одним святым местом и другим. Mm-hmm. Потому что вся наша планета, знаете, это как некая такая сеть, тоже энергетическая, которая передает постоянно информацию. Поэтому в какой бы точке мира вы ни находились, грубо говоря, выходя на определенные вибрации, вы всегда можете сконтактировать с любым святым местом планеты. А йоги, например, говорят о том, что наше тело — это отражение макрокосмоса. Мы собой представляем миниатюру, да, наше тело. И поэтому в нашем теле люди знают, что существуют, там, допустим, чакры, да, но те люди, которые изучают рефлексологию, знают, что есть какие-то там точки энергетические. Но я вам скажу больше. В нашем теле сосредоточены все центры силы нашей Земли. И поэтому человек, даже никуда не выходя и никуда не путешествуя, может, сконцентрировавшись на определенных местах своего тела, посетить Кайлас, посетить святой город Варанаси, посетить другие святые места, важные для него, поскольку эти все части энергии находятся в нашем теле также. И вы знаете, я хочу сказать, что многие люди смотрят, что кто-то ездит, путешествует, что-то делает, а у них такой возможности нет. Или финансовой, или потому что они ограничены сейчас, не могут выехать. Воспользуйтесь медитативными практиками. И действительно, сонастроившись на энергии любого святого места, вы можете их получить. И эти глубокие тантрические практики, их нужно, конечно, практиковать вначале с учителем. Желательно вначале практиковать их, как можно сказать, с мастером, специалистом, да, который покажет вам, как правильно, чтобы не заблудиться, чтобы не нашкодить. Да, не нашкодить себе и чтобы не принять что-то не то за правду. Поэтому, вы знаете, я вот именно в одном из святых мест нашей страны, в Украине, вы знаете, что 2 года назад мы сделали передачу про Бушу, которая находится в Винницкой области. Это место очень древнее, поскольку там в этом месте был расцвет именно трипольской древней культуры и культ богини-матери. И культ богини, он до сих пор, и энергия богини в этом месте, потому что там, в Гайдамадском Яру, находится Шакти-Питха, то есть непосредственно там. А что такое Шакти-Питха? Шакти-Питха — это, знаете, такое место, в которое упало некое небесное тело, изменило вот эту сетку энергомагнитную Земли, то есть у нас теллурические токи Земли, они как бы как сетью такой покрывают всю Землю. Вы знаете, это вот похоже, как люди там изучают, допустим, грибницу, да, и они знают, что грибница, она связана между собой на огромные километры, на огромные расстояния. Вот представьте себе, что такая же сеть, только это электромагнитные импульсы, электромагнитные токи Земли, которые пронизывают всю Землю, и в зависимости от того, скажем так, как на них повоздействовали другие стихии, а в частности вот Шакти-Питхи, сформировались в силу падения обломков огромного небесного тела. Они упали на всю Землю в разных местах и изменили структуру, изменили эту сеть геомагнитных полей. И в некоторых местах геомагнитные поля усилились настолько, что они создают определенные вихри, и выходят эти геомагнитные поля, они пронизывают не только Землю, но они выходят в космическое пространство. То есть во многих местах открылись более, так сказать, широкие порталы,
Второй момент, что во многих местах за счет того, что там сгруппировались, усилились энергии, человек может получать исцеление, может получать вообще изменения и большой поток энергии для духовных свершений. Поэтому посещение шакти-питх, например, в индийской традиции это очень важно. Хотя бы раз в год посетить какую-то шакти-питху. Как наши люди говорят, там, зарядиться положительной энергией. Но на самом деле это такой поток энергии, как водопад. Вы когда туда попадаете, она с вас снимает не просто весь негатив, она показывает вам, вы знаете, как в кристально чистой воде ваше отражение. Марія, дуже цікаво. Це ми говоримо про Бушу. У вас там має бути ретріт, чи вже був ретріт? Он будет у меня с 20 по 30 июля, и я приглашаю, потому что этот ретрит будет как раз посвящен медитациям, посвящен изучению аюрведы. И те люди, которым интересно, и они хотят получить знания, приезжайте, еще есть места, запись на моем сайте, и вы можете погрузиться в такую глубокую тантрическую медитацию в таком святом месте, Шактіпітхи нашого Україна. А ну давайте, Марія, Шактіпітха, якщо ми знаємо в Вінницькій області Буша, а в Київській області щось є таке? Обязательно, звісно. Куди? Куди їхати в Київській області, скажіть? Давайте не область, давайте візьмемо просто місто Київ. Давайте. Шактіпітха в місті Києві знаходиться на склонах Дніпра за Києво-Печерською лаврою. Ну там де що є зараз? Там от Києво-Печерської лаври вниз йдуть склони Дніпра. Да. Вот в этом месте когда-то стоял древнейший огромный храм, капище богини Ладі. Ага. Оно а что на его месте зараз, не знаете? Дело в том, что Шактіпітха – это не какое-то место точечное, на которое можно указать конкретные координаты. В силу падения разных размеров этого тела, например, Шактіпітха, которая сформировалась в холодном яру Черкасской области, она достаточно обширная. То есть зона может достигать, ну, грубо говоря, от 500 метров до нескольких километров. То есть что касается непосредственно Киева, я не могу сейчас туда приехать и это исследовать. Да. Когда я была в Киеве, эта зона была закрыта для прохода. Ну, я могу вам сказать, что люди могут сейчас весной туда пойти, потому что как раз на капище Лады в течение лета и на летнее солнцестояние совершались самые сильные ритуалы. Поэтому у кого есть возможность, если там сейчас открыт доступ, пройдитесь от Києво-Печерської лаври вниз, по склонам Дніпра, и помедитируйте, найдите там место, где вы могли бы посидеть, напитаться этой энергией. Это поистине, вот этот отрезок, это очень сильное место непосредственно города Киева. Да. Второй момент, что в Киеве есть еще София Киевская. Ну, сама София Киевская является просто местом силы, она не является Шактіпітхой, куда падало какое-то небесное тело, но это место силы, очень важная для всей нашей страны. Вот. Поэтому вот, кто не может сходить на склоны Дніпра, сходите в Софію Київську и обязательно побудьте там. Тобто навіть Софія Київська, як один з найстаровинніших храмів, тримає цю силу, так собі? Да, безумовно. Ну, ви ж знаєте, що древні храми, вони ніколи не строїлись просто так. Местах. Этот храм тоже построен на месте древнего капища, но это капище было уже посвящено мужскому богу, не женскому, а все шактипитхи, они связаны с энергией женской, с энергией богини. Ви бачите, так само цікаво, що якщо брати, ну, будь-яка, знаєте, релігійна культура, вона ж базується, має фундамент дуже глибокий, і лавра ж вважається пристанищем Богородиці, тобто, наче там стала її нога, там або щось вона там зійшла. Тобто, по суті, ці всі енергії жіночі, вони наслоюються одна на другу, і виходить такий величезний пласт енергії, культури, ну, всіх підряд енергії, релігій, світ. Тобто, вони всі в одному місці сконцентровані, зібрані. Правильно я зрозумів? Да, и я вам скажу очень важную сейчас вещь. Вот, когда я была на Кайласе, я это очень сильно осознала и прочувствовала, что ничего, кроме человеческого сознания и Бога, ничего не существует.
То есть все остальное, я не могу сказать, что это лишнее, ненужное, но по большому счету оно не имеет никакого значения. Ритуалы, в каком месте там кто-то что-то выглядел, строил и так далее. Важно только ваш непосредственно, как говорят там сейчас, канал, вот эта нить, которая связывает вас с Высшим Я, с Божественностью. Все остальное, оно может принимать различные формы, поскольку, вы знаете, каждая цивилизация, она создавала свою религию. И вот сейчас мы как раз на переходе того, что цивилизация прошлая отходит, и требуется изменение взглядов, изменение формы религиозных, скажем так, и ритуалов, и религиозного контакта человека с Богом. Но этот контакт, по сути, он совершается всегда внутри человека. Он не совершается в конкретном месте, он не совершается там... Неважно, что вы ели, как вы выглядели, и был рядом с вами там какой-то священник или не было. Важен непосредственно ваш непосредственный контакт с божественностью, с божеством. Все остальное — это некие формы, которые могут видоизменяться в различных местах. Поэтому сейчас Украина, она, в общем, и стоит на переходном этапе создания новой религиозной системы. Потому что старая система, она уже... Она не просто отжила, она была создана для других людей, другого типа людей. Сейчас для людей важная стала эта свобода, это возможность индивидуальной реализации. Поэтому новая религиозная система, она не должна ограничивать людей, как ограничивала старая. И поэтому за этим люди пойдут. И все будет видоизменяться, и, возможно, через какие-то десятки лет мы увидим новую религию вообще, не просто даже в Украине, а в нашем мире. Тобто ви хочете сказати, що війна в Україні, вона наче показує те, що до цього ж ми всі йшли після коронавіруса, тотальний контроль, цифровізація, закритість, контроль. А війна в Україні може показує те, що люди хочуть свободи? Типа, якось, знаєте, основний принцип божественного — це ж свобода. Свобода вибору, свобода у себе. Абсолютно правильно. Свобода проявляться так, як ви хочете. Да. Дело в тому, що війна в Україні, вона заставила людей дуже сильно змінитися. Якщо б не було цього внешнього воздействия, я ж говорю, що у нас би, може бути... Мы бы еще бы 50 лет пребывали в каком-то таком сомнобулическом состоянии. В начале COVID, который в течение COVID, в течение этих двух лет, многие люди пересмотрели свою жизнь. Многие бросили старое и начали заниматься чем-то новым. Многие осознали, что для них важно, что для них главное. Война, именно которая так взяла в тиски непосредственно нашу страну, она дала возможность людям нашей страны опережать других на многие-многие годы вперед. То есть мы из-за этих тисков вынуждены были меняться, вынуждены были находить новые ценности, находить вообще суть и возвращаться обратно к себе. И на самом деле все процессы, они прекрасны. Все эти трансформации, они прекрасны, потому что они действительно приведут к тому, что выковывается в жерле этой войны личности не просто сильные, а личности целеустремленные, которые никогда уже центр свой не потеряют. Ну, дай Бог, дай Бог. Дякую, Марія, за ці слова, дуже цікаво.